и другими элементами. Да нет, нет, все хорошо. Виктор, так, Листнова. Ну, здесь замерла Лидия Гаврилова, конечно, просматривая ее комбинацию. Вы меня извините, но я еще раз повторяю, вот к такому исполнительскому мастерству надо стремиться. Надо стремиться, совершенно надо с вами стремиться. Согласен. Работа эталонная абсолютно. Эталонная, согласен. Хорошее слово ты нашел. Вот именно так. Чуть-чуть я в одном моменте дрогнула. Когда но она здесь в стойку как-то не вышла после не выхода одного, да. Мы с тобой не судьи, пусть они там сами разбираются, а мы получим результат. Но вот такая каллиграфия должна быть, да? Вот в абсолютности. Четко, линии ровные, да, линии, выходы да. в стойку и, практически опа, идеальные. Тащи, тащи, тащи руки, стараться не сгибать, выбить стойку, цапнуть руками. Вот они. Вот это вот. На согнутые руки немножко после перелета пришла, тоже бабочка будет, конечно. Дальше называется бешабашность, называю, когда идут вообще на полную вытяжку, мы с собой не один раз наблюдали, мимо сада сразу падают, потому что это очень... Все на тоненького. Ну, Вига Листунова, конечно, здесь многоборье не стала делать, там есть определенные причины у нее со здоровьем. Ну, ничего. Но она, конечно, на чемпионате России отличилась в многоборье, просто оторвавшись от всех там на несколько баллов абсолютно в финале. И здесь только на брусь.